первичные организации общества объединяют более 95 миллионов человек. Большую работу проводит общество по воспитанию своих членов в духе гуманизма, патриотизма и интернационализма. Среди его членов много таких, чью жизнь можно назвать подвижничеством. Работница рижского завода ВЭФ Бенита Рихардовна Литц десятки раз безвозмездно давала свою кровь, чтобы помочь людям в беде, восстановить их здоровье, а иногда и спасти жизнь. В первичной организации Красного Креста завода ВЭФ многие, очень многие следуют ее примеру. Каждый оставляет здесь частицу своего сердца, готового откликнуться на чужую боль.